लोकप्रोवेश निरचरियोतजीवामरेशमप्रोवेश Oh,
Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Bhagavatam, Canto 11, Chapter Number 13. Читаем Шримад Бхагаватам, 11-я песня, глава 13. Text Number 38. 38 текст. Маэтад. Маэтад. Уктам. Уктам. Вовипра. Вовипра. Гуям. Гуям. Ят. Sankhya, Sankhya, Yoga, 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 Janita, Janita, Magatam, Magatam, Yajnam, Yajnam, Yushmat, Yushmat, Dharma, Dharma, Vivakshaya, Vivakshaya, Maita Duktam Vo Vipra, Maita Duktam Vo Vipra, Bhuyam Yat Sankhya Yogaya, Bhuyam Yat Sankhya Yogaya, Janita Magatam Yajnam, Janita Magatam Yajnam, Yushmad Dharma Vivakshaya, Yushmad Dharma Vivakshaya, Maitad Uktam Vo Vipra, Maitad Uktam Vo Vipra, Bhuyam Yat Sankhya Yogayo, Bhuyam Yat Sankhya Yogayo, Janita Magatam Yajnam, Janita Magatam Yajnam, Yushmad Dharma Vivakshaya, Yushmad Dharma Vivakshaya, Maitad Uktam Vo Vipra, Maitad Uktam Vo Vipra, Bhuyam Yat Sankhya Yogayo, Bhuyam Yat Sankhya Yogayo, Janita Magatam Yajnam, Janita Magatam Yajnam, Yushmad Dharma Vivakshaya, Yushmad Dharma Vivakshaya, Maita Tuktam Vo Vipra, Maita Tuktam Vo Vipra, Bhuyam Yat Sankhya Yogayo, Bhuyam Yat Sankhya Yogayo, Janita Magatam Yajnam, Janita Magatam Yajnam, Yushmad Dharma Vivakshaya, Yushmad Dharma Vivakshaya, Maita Tuktam Vo Vipra, Janita Magatam Yajnam.
вам, Брама, Вибра, о Брамане, Гухьям, Сокровенне, Яд, которая, Санкьям, о философском методе развлечения материи и духа, Йога-йог, и системе Аштанга-йоги. Джанита, пожалуйста, поймите. Ма, меня, Агатам, который прибыл, Ягьям, как Вишну Верховного Господа всех жертвоприношений. Юшмат, ваши, Дарма, религиозные обязанности, Вивакшая, желая объяснить. Мои дорогие браманы, я поведал вам сокровенные истины Санкхи, с помощью которой человек философски различает материю и дух, а также раскрыл секреты Аштанга-йоги, направленной на установление связи со Всевышним. Пожалуйста, поймите, что я Верховная Личность Бога, и что я пришел сюда, стремясь разъяснить вам ваши истинные религиозные обязанности. Комментарий учеников Шилопрупады. Чтобы укрепить веру сыновей Господа Брамы и подчеркнуть важность своих наставлений, Господь Кришна в этом стихе прямо говорит, что Он есть никто иной, как Вишну, Верховная Личность Бога. Как утверждается в Ведах, Яг-Йога Вишну, Господь описал системы Санки и Аштанга-йоги. А теперь отвечает на первый вопрос мудрецов. Кто ты, господин? Так Господь Хамса дал духовное знание Господу Браме и его сыновьям. Омма гьяна тимарандасья гьянанчана шалакая Чакшур милитам йена тасмай Шри Гураве намаха Шри Чайтанья манобишам стапитам йена бутале Свайам рупа кадамайам дадати свападантикам Пандиам Шри Гуру Шри Йата Падакамалам Шри Гурун Вайшнавамшья Шри Рупам Сакраджатам Сахагана Рагнатан Витам Там Саджевам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакха Нитамсча Хе Кришна Карна Синдху Дхина Банду Джагатпате Гопеша Гопика Ранта Радха Канта Намастите Тапта Канчана Горанге Радхе Вриндаванишвари Vrishavanu Sati Levi Pranamami Hari Priya Vanchakaupadaruyasya Grivasindubayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vihadvar, Shri Vasari Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, this is the Lord in the form of Хамса Аватар speaking to the four Kumaras. Итак, здесь Господь в своем образе Хамса Аватар говорит с четырьмя кумарами. The four Kumaras had approached Lord Brahma, their father, to understand why they were so much troubled with material desires and how they could get relief from the material agitation. Четверо кумаров
обратились к своему отцу, Господу Брахме, с вопросом о том, почему у нас столько проблем с материальными желаниями и как быть с материальным вот этим возбуждением, с вожделением. But Lord Brahma was not able to answer the question because he also felt very much troubled with all of his responsibilities. Но Брахма не смог ответить на их вопрос, потому что у него тоже есть проблемы со своими, связанные с материальным его положением, с его обязанностями. Brahma is very senior among the demigods, and when there's any problems, they will approach Lord Brahma to help. Ману хотел уже удалиться от дел. So Manu and Narada Muni. Narada Brahma was with Narada Muni. Manu wanted to retire. И при этом Преобрата был с Нарада Муни, когда они обращались по поводу его к Брахме. And so Narada and Manu are both sons of Brahma. И Нарада и Ману оба сыновья Брахмы. And Narada Muni wanted to keep Priyavrata with him, be a brahmachari. И Нарада Муни хотел как бы оставить Приябрату с собой брахмачари. But Manu wanted to retire. А Ману хотел уже отречься. I needed Priyavrata to come back and take over the be the ruler. И соответственно хотел, чтобы Приябрата оторвался в этом смысле от Нарады Муни и стал управлять, руководить. And coming back to the material world, taking responsibility would mean probably becoming a householder and entering grihastha life. Чтобы Преобрата взял на себя все обязанности по управлению Вселенной и, скорее всего, естественно, сменил бы свой ашрам, стал грихастхой, семейным человеком. And Narada is saying, "Don't go back. Stay here." А Нарада ему говорит в очередь: не туда не лезь, оставайся. They were meditating in the mountain somewhere away from everyone. А они там вдвоем медитировали вдали от всех в горах. But Manu was pleading, "No, you have to come back. It's your duty. You're my son. You have to take over my responsibility." А Ману, его отец, Преобрата, говорил, давай возвращайся, это же твой долг, ты мой сын, возьми на себя ответственность. I have to retire, I have to take vanaprastha, I'm going to the forest, somebody has to take over my duties. Я же вот уже хочу отречься, я ванапраст, хочу уйти в лес, и кто-то должен мои обязанности на себя взять. But Narada is saying, "Don't go back. You'll fall in the material world. You'll get entangled. You'll lose all your spiritual advancement." А Нарада ему говорит: не ходи туда, в материальный мир, запутаешься там и потеряешь весь свой духовный прогресс. So Lord Brahma comes and he has to mediate between the two sides and settle the dispute. И вот пришлось тогда Господу Брахме вмешаться, чтобы эту проблему решить. So when there's some problems like that, Lord Brahma had, he had sons, and sometimes the sons get in problems, and the Brahma has to help them. Итак, у Господа Брахмы есть сыновья, иногда у этих сыновей проблемы, и Господу Брахме приходится вмешиваться. And even 5,000 years ago, when the earth planet was overburdened with the Kshatriya kings, Mother Bhumi went to Lord Brahma for help. То же самое произошло 5000 лет назад, когда земля была переполнена демоническими кшатриями, царями. Ей пришлось обратиться за помощью к Господу Брахме. But then also Lord Brahma didn't know what to do, so he prayed to the Supreme Lord.
И тогда Брама не знал, что делать, ему пришлось обратиться уже к Верховному Господу. And the result was Lord Krishna incarnated on the earth. И в результате Господь Кришна воплотился на земле. So Lord Brahma has many duties to perform, not only the creation, but throughout the creation. И так у Господа Брамы множество обязанностей есть, и не только по творению этого мира, но и уже когда он сотворен, его поддержанию и так далее. So Lord Brahma was feeling also troubled with all of these anxieties, all these different responsibilities which he had. Поэтому у Господа Брамы куча беспокойств, связанных с его многочисленными обязанностями. And the four Kumaras, who were also his sons, his first sons, they had come to ask Brahma, you know, tell us how we can get free, how we can get relief from the agitation of the mind. И четверо Кумаров, его первые сыновья, обратились к нему с вопросом, пожалуйста, скажи нам, пожалуйста, как быть вот с этой проблемой возбужденного ума по разным поводам. And Lord Brahma said, well, I wish I knew, because I'm also agitated in the mind. I would also like to get relief. А Брама им сказал, слушайте, я сам бы не прочь узнать это, потому что я сам не лишен этих проблем, связанных с спокойствием ума. So at that time, Lord Brahma remembered the Supreme Lord, and the Lord appeared as Hamsa Avatar. И он тогда стал вспоминать Верховного Господа, который явился как Хамса Аватар затем. And in the form of Hamsa Avatar, then he gave these instructions, he spoke this knowledge to Lord Brahma and to the four Kumaras. И вот в этой форме своей Хамса Аватар, он появился перед Господом Брамой и четырьмя Кумарами и стал объяснять этот вопрос. And the knowledge which he gave was he describes here, he said that he gave the knowledge of Sankhya. И как здесь говорится, вот в ответ на этот вопрос он поведал знания о философии Санки. So this Sankhya philosophy, this is also mentioned in sometimes in Bhagavad Gita and also in Srimad Bhagavatam. Философия Санки упоминается в Бхагавад Гите, в Шримад Бхагаватам. Sankhya philosophy is the system by which we can distinguish between matter and spirit. Философия Санки позволяет нам различать материю и дух. So this is Lord Kapila generally is given the credit for spreading this Sankhya philosophy. Lord Kapila, the son of Devahuti. Господь Капила, сын Девахути, известен как тот, кто поведал эту философию Санки. Philosophical analysis of the material elements. Санки — это философский анализ материальных элементов. To understand what is matter and what is spirit. Для понимания того, что является материей, а что духом. So there's beginning third canto, chapter 25, you have the teachings of Lord Kapila Dev. В третьей песне, 25 главе, содержится вот учение Господа Капила Девы. Goes for 8 chapters up to the end of the third canto, chapter 33. И это учение там продолжается до конца третьей песни, 8 глав, то есть 25 по 32. There's another Kapila who was an atheist, and he's more famous than the Kapila Dev who we know. More famous. The atheist Kapila is more famous. Mm-hmm. Но больше известен как бы народу в истории атеист Капила. The atheist Kapila, he teaches that life comes from matter. Который обучал тому, что жизнь происходит из материи. Simply from the combination of material elements, life comes about. Жизнь возникает при взаимодействии материальных элементов. So somehow that Sankhya philosophy has become more prominent than the actual philosophy of Sankhya, which is given in the Bhagavatam. И вот эта его атеистическая философия Санки стала больше распространена в обществе, чем
истинная философия самки сложена в Шримад-Бхагаватам. So then Hamsa Avatar, in addition to Sankhya philosophy, he also explained the philosophy, the teachings of Astanga Yoga. И к объяснению самки философии Хамса Аватар также поведал о философии Аштанга Йоги. And that's the process by which we can connect with the Supreme Lord. О процессе связи с Верховным Господом. So we see Hamsa Avatar has explained, first of all, to distinguish matter from spirit so we can be detached from the material energy. Итак, сначала Хамса Аватар поведал о разнице между духом и материей, чтобы мы могли отрешиться от материальной энергии. So long as we have the desire to enjoy the material world, then it's practically it's not possible to develop a relation, our attachment for Krishna. Поскольку пока мы хотим наслаждаться материальным миром, фактически нет вопросов о привязанности к Господу Кришне. And Queen Kunti says in her prayers in the Srimad Bhagavatam, Janma Aishwarya Shruta Shribir Edamana Madapunam Naivarhati Avidatam Vai Tvam Akinchana Gocharam. That Krishna is the property of those who are materially exhausted. Об этом говорит царица Кунти в своих молитвах в 8 главе первой песни Шримад Бхагаватам, что Господь, ты собственность только тех, кто не опьянен материальными достояниями. When we become tired of endeavoring for material success, then we become qualified to take up Krishna consciousness. Только тогда, когда уже мы пресытились в своих попытках обрести материальный успех, только тогда мы сможем обрести сознание Кришны. Material life is centered on four things mentioned by Queen Kunti. Janma means you should have a good birth. We should be born in a nice aristocratic, high-class family. Материальная жизнь состоит всего лишь из этих четырех стремлений. Первое – это джанма. Мы хотим принадлежать к аристократической, возвышенной семье. In the Vedic system, you had brahmanas and kshatriyas, so this was considered high class. В ведическом обществе такими семьями считались семьи браманов и кшатриев. Vaishya is a little less. Vaishya немножко пониже занимали положение. But in the Kali Yuga, we're all low class people. We're all sudra. Но в Кали Югу мы все люди еще даже ниже вайшев, то есть шудры. But still people want to improve their birth. И тем не менее люди хотят как бы улучшить вот свою надлежность жизни в связи с семьей, как с положением в обществе. And then second thing is Aishwarya, opulence. People are very eager to enjoy more opulence. Вторая вещь, которая беспокоит людей в материальном мире, это айшварья, богатство, достояние различные. Opulence, of course, means... Well, Krishna is Bhagavan, he had all of the opulences. Кришна, конечно же, как Бхагаван, обладает всеми достояниями, богатствами. Particular means wealth. В особенности это относится к богатству, богам. Everybody is working hard, trying to get wealth, to enjoy material life. Обычно люди очень тяжко трудятся, чтобы обрести материальное богатство, чтобы наслаждаться жизнью. And then shruta means learning. People want to get more education, be more learned. И шрута, люди обычно хотят получить хорошее образование, быть образованными. It is said the scholar, the learned person, he is respected wherever he goes. Поскольку говорится, что ученый человек уважаем везде, куда бы он ни отправился. The king he's only respected in his own kingdom. Например, царь его уважает только в своем царстве обычно.
But if one is actually a learned person, then wherever they go, they will be respected. Но ученый человек встречает почитание везде, где бы он ни оказался. So people are, they spend a lot of time, a lot of money to acquire this education. Поэтому люди тратят много денег и времени на образование. We thought it used to be enough just to go to school and finish school. That was considered good education. In the past. If you were able to go to school and finish school, then you had an education. In Vedic time? In the past, then. Even 50 years ago. Допустим, в прошлом, хотя бы лет 50 назад, считалось достаточным просто, если человек школу хотя бы закончил. In China they had the cultural revolution. Например, в Китае была культурная революция, так называемая. When they had cultural revolution, they closed all the colleges, all the universities. На практике это означало, что они позакрывали все колледжи и университеты. They said this education is all useless. Они говорили, что все это образование, это все бесполезная вещь. So there used to be only a few universities. It was very uncommon for people to go to college and go to university. И осталось всего там несколько буквально институтов, и поэтому для людей стало очень необычным, как бы нераспространенным явлением учиться в колледжах или в этих институтах. But now there's more and more universities. Но сейчас поменялась картина, университетов открывается все больше. I was just in Vladivostok, and we went one day. We went to the beach one day, and there was this huge university campus. Мы вот в Владивостоке несколько дней назад отправились на пляж, и там прямо вот в такой зоне отдыха огромный кампус, студенческий городок. And so more and more parts of the world, they're building these big universities. Итак, в большинстве частей мира открываются все больше и больше университетов. And people would often go, if you got a degree, okay, you finish, you got a degree. That was enough. И люди вот считают, если ты получил какую-то степень, то вот достаточно. But now people don't just get a degree, then they want to do postgraduate. You have to do master's, and then you want to get a PhD, get a doctorate. Вернее, раньше так было, то есть как бы выше уже, чем просто среднее образование, школьное. Считалось потом, ну вот институт хотя бы окончить, ну здорово. А вот сейчас еще дальше считается более престижно получить какой-то уже... как сказать-то, кандидатские, да, вот как эти все, как выскочила, кто после? Магистры. Магистры эти? Аспирантура. Аспирантура, да. Ну вот все, что дальше после университета идет. People spend more than half their life in education. Люди могут половину вообще жизни тратить на образование. People spend a lot of money. И, соответственно, много денег на это. Just like in Malaysia. Малайзия, например. And so there are people that there's only a few universities, and people want to send their children overseas to the university. Overseas. Yes, it means to send them to foreign country, to America, Australia. Поскольку в самой Малайзии как бы не так прям много университетов. А люди посылают своих детей на образование вот в Америку, в Австралию, дальше. And they will borrow money from the bank. И для этого берут взаймы у банков деньги. Just to send their child to go to college in Australia or America. Просто чтобы послать своих детей в колледжи австралийские, американские. And they have to spend the rest of their life to pay back the money. И, соответственно, остаток жизни тратят на то, чтобы вернуть деньги банку. So people give so much importance to education.
Таким образом, люди огромное внимание уделяют образованию. And then the fourth thing is beauty. People want to look beautiful. И последняя, четвертая вещь, которая заводит людей в этом мире, это красота. Все хотят выглядеть and замечательно. They will spend a lot of money to look beautiful. Не тратят тоже на это кучу денег. Go to the beauty parlor. И вот всякие салоны красоты ходят. Sometimes women they want to lose weight, they will spend a lot of money. И иногда женщины хотят похудеть, на это тратят много денег. So this way, these are the four goals in material life. Итак, вот говорится, что это четыре цели материальной жизни. The good birth. Хорошее рождение. The opulence, the money, wealth. Богатство, деньги. And then the education. Образование. And then the beauty. И красота. These people are very concerned and very attached to these four things. Люди очень озабочены, очень привязаны к этим четырем вещам. But Queen Kunti says that if people are on the path of trying to improve, trying to progress in these things, then they cannot know Krishna. Но царица Кунти говорит, что если люди вот слишком озабочены этим, то они не могут развивать, прогрессировать свои привязанности к Кришне. When we become tired, when we become disgusted of trying to endeavor to get these things, then we become more qualified for Krishna consciousness. И, соответственно, мы обретаем квалификацию для развития своих отношений с Кришной только тогда, когда вот эти четыре вещи для нас уже не представляют ценности, и мы в буквальном смысле чувствуем отвращение к ним. So, this way then one becomes detached from the material energy, one can understand what is actually spirit. То есть, только при наличии отречения от материи можно понять, что такое дух. So then the Astanga Yoga system is there to connect us to the Supreme Lord. И вот есть для этого аштанга-йога, чтобы связать нас с Верховным Господом. Аштанга-йога is described also in Бхагавад-гита. Аштанга-йога также описывается в Бхагавад-гите. Eight steps in the Аштанга-йога. В аштанга-йоге есть восемь ступеней. Beginning with yam and niyam means things you should do and things you should not do. Первые две ступени — это яма и нияма, то, что надо делать и то, что не надо делать. Just like we have a regulative principle. Например, у нас есть регулирующие принципы. The things we should do, we should chant Hare Krishna. Есть вещи, которые надо делать, повторять Hare Krishna, например. And things we should not do. И то, что не надо делать. No intoxication, no meat, no gambling, no illicit sex. Не надо интоксикации принимать, мясо кушать, играть в азартные игры и не заниматься незаконным сексом. So this, of course, this conversation between Hamsa Avatar and the four Kumaras, this is taking place in the Satya Yuga. Вот эта беседа Кумаров и Хамса Аватары произошла в Сатья Югу. People lived a long life. Когда люди жили долго, and they could do things like Astanga Yoga, могли заниматься Астанга Йогой, which requires meditation, который подразумевает медитацию. Yeah, people talk today about Astanga Yoga. They just simply do hatha. They just do one limb of the yoga. They do the asanas. В наши дни, когда люди говорят о Астанга Йоге, они в основном имеют в виду только одну ее ступень. Хатха-йогу, то есть какие-то асаны. Кардама Муни, who was the husband of Девахути, they were the parents of Lord Kapila. Кардама Муни, before his marriage, he was doing Астанга Йога. Вот по-настоящему Астанга Йогой, например, занимался Кардама Муни, муж Девахути, это родители Капила Девы. And he was engaged in meditation for about 40,000 years. Вот он медитировал лет 40 тысяч где-то. Because Satya Yuga people lived 100,000 years. Поскольку в Сатья Югу люди жили по 100 тысяч лет. So to meditate for 40,000 years was not uncommon.
И поэтому медитировать по 40 тысяч лет не было чем-то в те времена необычным. So first he meditated, then he's qualified to enter into householder life. И вот так помедитировав, человек обретал квалификацию вступить в семейную жизнь. And the result was when he entered into householder life, they got a child who was an incarnation of the Supreme Lord. И вступив в семейную жизнь, Кардама Муни, в частности, обрел ребенка, который являлся воплощением Верховной Личности Бога. Of course, the Ashtanga Yoga is meant to connect us with the Supreme by the meditation. И Ashtanga Yoga по определению предназначена для того, чтобы связать нас с Верховным Господом через медитацию. The Ashtanga Yoga, there are eight limbs, the Yama Niyama, the rules and regulations, and then the Asana, and then the Pranayama, controlling the breath. Prabhupada calls Pranayama nose-pressing yoga. Итак, в этой Аштанга-йоге 8 ступеней начинаются с правил и предписаний, правил и запретов, потом идут асаны, потом пранаяма, контроль дыхания, который Прабхупада называл зажиманием носа, практикой зажимания носа. There's some like this, there's these people, this art of living, they teach pranayama, they make all their money teaching pranayama. Например, вот есть группа, называемая «Искусство жизни», там они обучают этой пранаяме, дыханию. The people today, they teach the asanas or the pranayama. Nobody teaches the yama and niyama. То есть сразу вот в наши дни в основном учат сразу асане и пранаяма, пранаяме, дыхательным упражнением, но никто не учит вот этим яма и ньяма, то есть правилам и запретам. And people have never heard of the other parts of the Ashtanga Yoga. И вообще люди, что уж говорить про другие части Ashtanga Yoga. Pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Вот такие. So Ashtanga Yoga, there are many things you have to do. People meditate, they sit in their home and or they go to the yoga studio and do it. But you're supposed to go away. You're supposed to go to the mountains. Но настоящая Ashtanga Yoga подразумевает, что вы не дома там сидите, нос зажимаете или асаны делаете в йога-клубах всяких, а вы отправляетесь в леса, в горы, там, то есть в уединенные места. Supposed to go into to a holy place all on your own, alone, without fear, and you should sit and meditate. Вы должны отправиться в идеале в святое место, в одиночестве и без всякого страха медитировать. So what the Hamsa Avatar is teaching here practically the same as what Lord Kapila teaches in the third canto. Поэтому то, что вот говорит здесь Хамса Аватара, это практически то же самое, чему учит Господь Капила Дев в третьей песне Шримад Бхагаватам. Because Lord Kapila also teaches that this distinguishing the analytical and the distinguishing matter from spirit and then meditating on the super soul. Поскольку Господь Капила обучает разнице между материей и духом и тому, как медитировать на сверхдушу. And the goal is to become absorbed in remembering the Supreme Lord. И целью при этом является погружение в памятование о Верховном Господе. So the Lord is answering the inquiry here of the He's answered the inquiry of the four Kumaras. Итак, Господь здесь отвечает на вопрос четырех кумаров. When the Lord appeared, as they were surprised, they were asking, "Who are you? Who are you, sir?" They wanted to understand the identity of this personality. И когда Господь появился перед четырьмя кумарами, они спросили, "Кто ты, господин?" Они хотели понять, кто это перед ними. So the Lord confirms here in this verse that He says, I am the Supreme Lord. И вот в сегодняшнем стихе Кришна отвечает на этот первый вопрос. Я Верховный Господь. And I've come to
explain the duties, to explain to you what dharma is. И я пришел, чтобы объяснить вам, что такое настоящая обязанность дхарма. So the Lord confirms his identity. He is able, you know, other people we try to understand who's God, but the Lord himself explains here that I am the Supreme Lord, Vishnu. Люди обычно хотят понять, кто такой Верховный Господь, но здесь Хамсаватара говорит, вот я этот Верховный Господь. And I have come here to explain to you what is your actual religious duty. И я пришел, чтобы объяснить вам, в чем ваша настоящая религиозная обязанность. Of course, this is the purpose of the Lord's incarnation. When he appears in this world, he comes to do this. В этом обычно занятие Господа, когда он приходит в этот материальный мир, он именно вот это объясняет. Just like 5,000 years ago, when Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita, he described also his mission. Например, 5,000 лет назад Кришна, когда поведал Бхагавад Гиту, он объяснил свою миссию. That he comes to kill the demons, please the devotees, and establish dharma. Он пришел, чтобы удовлетворить своих преданных, уничтожить злодеев и установить истинную дхарму. And Krishna had also said in the Bhagavad Gita, "Mata parataram nanyat kinchid asti dhananjaya," that there is no truth superior to me, O Arjuna. И также Кришна сказал в Бхагавад Гите, что нет истины превыше меня, О Арджуна. Everything rests on me, just as pearls are strung on a thread. Все покоится на мне, подобно тому, как жемчужинки, нанизанные на нити. So Lord Krishna established himself as the supreme truth, which is very distinct from all the demigods. И так Господь Кришна говорит, что он является высшей истиной, абсолютной истиной, что отличается от положения полубогов. The demigods will never say they are the supreme truth. Lord Shiva never says, Lord Brahma never says. Никто из полубогов никогда не заявляет, что они являются верховной, абсолютной истиной. Ни Брахма так не говорит, ни Господь Шива. But here we see in this verse, Yagnam. Yagnam. Yagna means Lord Vishnu, the Lord of Sacrifice. Но здесь вот о Кришне говорится, как о Яге, Господе же всех жертвоприношений. And, so, Yagnavai Vishnu, we perform sacrifice for the pleasure of Vishnu. Ягивай Вишну, мы совершаем жертвоприношение для удовлетворения Господа Вишну. So the Lord has come in this form to explain also the religious duties, to explain what is dharma. Итак, Господь пришел в этой форме, чтобы объяснить, в чем наши религиозные обязанности и дхарма. And similarly, Lord Chaitanya comes in the Kali Yuga to also establish dharma. И для этого же в Кали-Югу приходит Господь Чайтанья, чтобы установить истинную дхарму. But Lord Chaitanya is a very special incarnation, that he covers himself, he doesn't reveal himself as the Supreme Lord. Но Господь Чайтанья очень особая инкарнация. Он как бы скрытое воплощение. Он не раскрывает себя как Верховного Господа. Here in this verse, Hamsa Avatar, he is saying, I am the Supreme Lord. And Krishna also said in the Bhagavad Gita, he was the Supreme Lord. Вот в отличие, например, от Хамса Аватары, или Кришна, которые оба заявляют прямо, что я верховная личность Бога. But Lord Chaitanya never said like that.
Но Господь Чайтанья так никогда не говорил. Lord Chaitanya never established himself as the Supreme Lord. Rather, when people would say, you're the Supreme Lord, Lord Chaitanya would cover his ears and call up Vishnu. Господь Чайтанья никогда так не говорил. И напротив, если люди так о нем говорили, о, ты Верховный Господь, он закрывал свои уши, не слушал такого. So, Lord Chaitanya is very special incarnation because he's coming in the Kali Yuga, and in the Kali Yuga people are very fallen and they will want to also be God. Поскольку Господь Чайтанья явился в Кали Югу, очень особое воплощение, в эту эпоху люди очень падшие, и если они такое услышат, увидят, они тоже начнут себя Богом провозглашать. Lord Chaitanya Lord Krishna, who is not different from Lord Chaitanya, understands the thinking of people in Kali Yuga, how they all actually desire to become the Supreme Lord. И Кришна, который и является Господом Чайтаньи, понимает прекрасное настроение людей в Кали Югу, что у них есть желание в эту эпоху быть Верховным Господом. And he knew that in Kali Yuga there will be many people who claim to be an incarnation of God. И Кришна знал, что в Кали Югу будет множество людей, которые будут себя объявлять воплощениями Бога. But they're all cheaters, they're all bogus, they're all not, they're not incarnation of God, they're just some cheater. Но все они мошенники, обманщики, они не являются воплощениями. So the Lord wanted to set the example to come as the devotee of the Lord and not to reveal himself as the Lord. Поэтому Господь решил преподать всем урок, пример показать, что он пришел как преданный Господа, а не как Верховный Господь. But at the same time he has to fulfill his duty to establish Dharma, which in the Kali Yuga was Sankirtan. И в то же время ему нужно было выполнить и другой свой долг, установить дхарму для Кали-Юги, который является Санкиртан, совместное воспевание. So Lord Chaitanya took on this work. He came to also teach the devotees how to surrender to Krishna. То есть Господь Чайтанья выполнил свою работу, обучил преданных, как в эту эпоху предаваться Кришне. 5,000 years ago, Krishna had asked everyone to surrender. 5,000 лет назад Кришна попросил всех предаться. But he had not shown them how to surrender. Но при этом он не показал, как предаваться. He'd given the instruction, but he had not demonstrated how to do it. Он дал такое наставление, но не продемонстрировал как на практике, как это делать. Therefore, 500 years ago, he came as Chaitanya Mahaprabhu. И поэтому ему нужно было прийти 500 лет назад, как Чайтанья Махапрабху. And as Lord Chaitanya, he shows everyone how to serve. И уже Господь Чайтанья всем показал, что значит предаваться. Particularly, the surrender process is enacted through the chanting of the holy name. В первую очередь, предаваться в Кали-Югу означает воспевать святое имя. So Srila Prabhupada always put chanting of the holy name in all of our activities. И Шрила Прабхупада поместил воспевание святого имени во всю нашу деятельность. As devotees, we would go out on Sankirtan, perform street Sankirtan, chanting the holy name. И как преданные его последователи, мы отправляемся на улицу и там воспеваем святые имена. And when we have deity worship, we also chant the holy name. И когда поклоняемся божествам, мы также воспеваем. There are many places they have temples, they have deities, they have temples. They don't do kirtan, they don't chant the holy name. You mean ISKCON там? No. Есть храмы, помимо ИСККОНа, в разных местах мира, где даже божества могут быть какие-то, но они не воспевают святого имени, там киртана вообще нет. Not ISKCON temples, we always chant the holy name. И напротив, в храмах ИСККОНа мы всегда воспеваем святое имя. But other temples, но другие храмы, outside ISKCON, вне ИСККОН, they ring the bell, they beat the gong, там могут звонить, they make a lot of noise, в гонг, там в колокольчик и стучать
звонить, какой-то шум, короче, создавать. But they don't chant the holy name. И при этом святое имя не воспевать. So in all of our activities, we always include the chanting of the holy name. Но мы напротив в любую свою деятельность должны включать воспевание святого имени. We have a class. We first chant the holy name. Вот перед лекцией мы сначала поем святое имя. We take prasadam. We chant the holy name. Перед приемом прасада мы поем святое имя. The chanting of the holy name is our most central activity. То есть воспевание святого имени – это наша главная деятельность, центральная. Lord Chaitanya came to teach us. Вот этому пришел научить нас Господь Чайтанья. So similarly, Hamsa Avatar came to teach Lord Brahma. Even Lord Brahma, who is the most learned person in the universe, he also needs to get instruction from the Lord. И подобно этому, даже Господу Брахме, самому ученому существу во Вселенной требуется вот образование духовное, и вот для этого явился Хамса Аватара. Lord Brahma научил его, чем надо заниматься. Lord Brahma is our Adi Guru. He's the head of our Sampradaya. Хотя Господь Брахма это Ади Гуру, глава нашей Сампрадаи. But here he's also getting, he's happy to hear the message from Хамса Аватара. Но вот здесь пример того, как он с радостью выслушивает послание Хамса Аватары. Okay, any questions? А есть ли у вас вопросы? Философия Санки. То есть, я когда слушаю слово философия, я понимаю, что формирование какого-то мышления, каких-то взглядов на жизнь. То есть, вот, она будет, это просто формирование мышления, или также вот, нужна была практика, вот, и йоги и так далее, и когда человек мог понять эту философию, или просто достаточно мышление развивать, и ты будешь там, понимать эту философию. When we hear about study of Sankhya philosophy, for example, means that just hearing about philosophy itself, some philosophy itself, is sufficient, or it also include some practical implementation of this, and only when you can understand Sankhya, or just philosophical understanding is sufficient. Well, philosophical understanding, if we actually have understanding, then we have to apply the knowledge. Но это как бы автоматически, если вы действительно поняли философски, даже теоретически, какую-то систему философскую, вы же его будете, значит, применять автоматически. If we say, well, I know this, but we don't act according to the realization, then it's not complete knowledge. И, соответственно, если вы говорите, я что-то понял, но в жизни этого не применяете, то значит ваше образование не закончено. If someone says, I know I'm not the body, but at the same time we engage in many activities for the pleasure of the body, then it means one has not properly understood. Например, кто-то говорит, я знаю, что я не являюсь телом, но при этом продолжает заниматься телесной, как бы излишним удовлетворением тела, означает, что он не очень-то и понимает этот момент. So it's not just knowing, but it's realizing and applying that knowledge. Поэтому вопрос не просто в теоретическом знании чего-то, а в осознании, в понимании этой вещи и, соответственно, применении этого понимания на практике. We have to be able to put it into into practice. То есть нужно цениться в реальности способность применить понимание на практике в жизни. Therefore we see here that Hamsa Avatar he taught the Sankhya knowledge and then he taught the Astanga Yoga. Поэтому мы видим вот эту связь. Сначала Хамса Аватар обучает философии Санки и тут же сразу за этим Аштанга Йоги. If we didn't have that, if we
we don't have the proper knowledge, we won't be able to take up the Ashtanga Yoga process. Потому что по-настоящему Ashtanga Yoga невозможно заняться, если нет правильного понимания при этом. We won't be able to do all the meditation. Мы не будем способны медитировать. Because our mind will be agitated with material desire. Поскольку ум будет обеспокоен материальными желаниями. So the Sankhya knowledge helps us to get rid of all these material attachments. И вот философия Санки как раз помогает нам освободиться от всех материальных желаний. Of course, in Krishna consciousness, we take up bhakti yoga. Конечно, в сознании Кришны мы применяем методы бхакти йоги. But before we can actually do bhakti yoga, we have to do karma yoga. Но в действительности, чтобы по-настоящему заняться бхакти йогой, сначала нужно заниматься карма йогой. And before we actually do karma yoga, we do things like agyata sukriti. А чтобы даже к карма йоге приступить, нужно накопить вот так называемую агьята сукрити. Unknowingly we do activities which connect us to devotional service. Это означает, что мы делаем что-то как бы и не осознаем вообще благо этого по большому счету, но это связывает нас с преданным служением. We just want to help. We just, you know, we feel some attraction, some interest, help to do something for the devotee. Мы просто вот хотим помогать преданным, мы чувствуем как бы к этому какое-то расположение, что-то делаем в этой сфере преданных. And then the devotee, with the help of the devotee, then the person is encouraged to do more activities for pleasure of Krishna. И, как говорится, дальше больше с помощью преданных человека еще больше вовлекают в эту же самую деятельность, уже как бы более осознанно то же самое. Он больше совершает преданное служение потом. That's karma yoga. Вот это уже карма йога. And from karma yoga, as we become more detached from the results, then we come towards bhakti yoga. А где переход от карма йоги к бхакти йоге? Это когда человек не привязан уже к плодам своей деятельности. As we become detached, then we're more able to hear and chant. Когда он, соответственно, более отречен уже от самой деятельности внешней и, соответственно, больше привязан к слушанию и воспеванию как таковому. The hearing and the chanting are the basis of bhakti yoga. Потому что слушание и повторение услышанного – это основа бхакти йоги. Any other question? Еще вопросы? Хочу даже потише, может. Если человек за жизнь повторит, то не факт, что для нас Бога это вы цитировали. Как так? Ну и вы говорили, что Махатма Ганди к Богу не вернулся, хотя он. Что за вопрос такой? Вопрос такой, что я как-то рассказывал на лекции про то, как Махатма Ганди, когда его застрелили, он сказал «Хей, Рам!» и оставил свое тело, хотя не сразу, он в больнице там еще валялся. И Прабхупада сказал, что он не вернулся к Кришне, в лучшем случае на райские планеты, хотя и произнес в конце жизни вот святое имя, в момент смерти, можно сказать, потому что в его воспевании не было самбанки, то есть он не понимал, кто такой Рама, то есть он строго говорил, и не верил в него, о чем он прямо говорил, хотя формально и святое имя произнес. И Санат Кумар спрашивает, правда ли это? Я спрашиваю. Ну да, я спрашиваю. Правильно, ты спрашиваешь. Ну да, все правильно.
Кришна, надо спросить. Да, надо спросить. So once lecture I mentioned that Prabhupada said that when Mahatma Gandhi was he said, but Prabhupada said he doesn't back to Krishna, although he is chanting the holy name in the moment of death, because his sambandha was bogus kind of, and maximum he attained heavenly planets. Is it true? Yes. Well, there are qualities in chanting the holy name. В воспевании святого имени есть качественная разница. It's not that everybody who chants the holy name is going to go back to God. Не так, что все, кто воспевает святое имя, смогут вернуться к Богу. We have to consider. I have to consider what was his quality in chanting. Нужно смотреть на качество воспевания. In the Chaitanya Charitamrita, it describes how a Muslim, when he's pierced by a boar, he may say Hara. Например, в Чайтанья Чаритамрите описана история, как одного мусульманина преследовал свинья, и он произнес харам. So, what is the result of that kind of chanting? И каков был результат этого воспевания? It is like Ajamil, when he was calling the name of his son Narai. Такой же, как и у Аджамилы, когда он позвал в момент смерти своего сына Нараяна. It's not pure chanting. Это не чистое воспевание. But it qualifies him to get free of sinful reaction. Но оно освободило их обоих от греховных реакций, последствий. And then they can go on from there. И они могли продолжить дальше. So if Mahatma Gandhi's chanting was like this, Haram, if he's also saying Har or Ram, then he gets freed of his sinful reaction. So you can go to higher plane. И вот Махатма Ганди, у него такое же положение, как у этого мусульманина, когда он сказал Рама, он освободился от греховных последствий и, может быть, попал вот в рай. Mahatma Gandhi, I said, among saints, he was a politician. Говорится о Махатма Ганди, что он был политиком среди святых. But among politicians, he was considered saint. Ну да, среди политиков на него смотрели как на святого. So he has some good qualities, but he has some faults. То есть, безусловно, у него были хорошие качества, но также и недостатки. So if he chanted the holy name at the time of death, he would certainly get some benefit, but not necessarily go back to God. То есть, безусловно, какое-то благо мы получим, если будем в момент смерти воспевать святое имя, но не обязательно вернемся к Богу при этом. You cannot expect that you get the, you can just chant the holy name at the time of death and you don't have to do anything else. He was not so dedicated throughout his life to the service of God. Поскольку он не посвятил себя полностью в течение жизни Богу, вот того, что он произнес святое имя в момент смерти, было недостаточно. He was always a politician. Поскольку всю жизнь был поглощен политикой. He just wanted independence for India. Хотел независимости для Индии. He didn't want to preach Bhagavad Gita. Не хотел проповедовать Бхагавад Гиту. So he had many wrong understandings. То есть его пониманием было неправильным во многих отношениях. So Prabhupada wrote to him before he died. Prabhupada wrote to him and told him that now India's got independence. Now you should preach Bhagavad Gita. Вот незадолго до смерти Махатмы Ганди Прабхупада написал ему письмо. Ну вот теперь мы обрели, Индия обрела независимость. Давайте проповедовать Бхагавад Гиту. But instead, he continued to get involved, be involved in politics, and the result was he was killed. Но он не послушал и продолжал заниматься политикой, и в результате был убит. I don't think he could have gone back to God. Я не думаю, что он вернулся к Богу. But could have gone to heaven. Но на райские планеты мог попасть.
способки. Well, better than going, I don't know, is it okay? Heaven is like hell for if there's no Krishna consciousness. Не знаю насчет нормально, если у вас нет сознания Кришны, то рай ничем не лучше ада тогда. But hell can be heaven if there's Krishna consciousness. Наоборот, даже ад превращается в рай с сознанием Кришны. Just go to heaven, so much sense gratification, very hard to be Krishna conscious. В раю там столько чувственных наслаждений, очень сложно сконцентрироваться будет на Кришне. Нормально. А вот ну Кришна, да, все хотят на Кришну медитировать. А вот я хотел такой вопрос задать, что вот если Лакшми, ну, проносить ей воду, там, огонь там. Или это неправильно будет, она к шахте так и относится? Если поклоняться Лакшми? Да, Лакшми. Вместо Кришны или... Не, не вместо, а по очереди. Вначале Кришне, потом ну, Нитянанде, потом ну, Джаганнатхам, Баладеве, Субхадре. И потом Лакшми? И потом Лакшми, да. И что, это нормально? Да, вот я хочу спросить, нормально. So is it okay if I together with my worship of Krishna, for example, Gurnita, Upa, Jagannath, and so on, and after this I am worshiping Lakshmi so is that okay? If I do offer everything, yes. For example, yes. Fire, water, and so on, flower, after Krishna to Lakshmi. Well, if you want to worship Lakshmi, you should worship Lakshmi with her consort, with Lord Narayan. Если Лакшми хотите поклоняться, то нужно это делать вместе с ее мужем, Господом Нарайаной. You don't separate Lakshmi from her husband. Нельзя отделять Лакшми от ее мужа. Lakshmi is chanchal. She is restless. She does not stay in one place. Лакшми известна как чанчала, а такая переменчивая. Она в одном месте долго не задерживается. But she is always faithful to her husband. Но при этом она верна своему мужу, всегда рядом с ним. So you want to worship Lakshmi, you worship her with Lord Narayan. Поэтому если Лакшми хотите поклоняться, а поклоняйтесь ей вместе с Господом Нарайаной. And that worship is very elaborate, very done with great awe and reverence and great care. И такое поклонение Лакшми должно совершаться очень пышно, а с большим почтением, благоговением. And if you make offenses, then you can get severe reactions. Это сложное поклонение, если при этом совершите какие-то оскорбления, то получите серьезные реакции за это. But we worship Gornitai, they're very merciful. Но мы поклоняемся Gornitai, которые очень милостивы. They can be worshipped simply by kirtan. Им вообще можно просто киртаном поклоняться. So just worship Gornitai. Поэтому просто поклоняйтесь Gornitai. Why do you have to worship Lakshmi? Зачем вам поклоняться Лакшми? You want to get money? Че, денег хотите? You want her blessings? Хоть хотите ее благословения, да? Божество? Какие вопросы задают? Ну, я не знаю. Вначале Гаурнитай, потом Джаганнатхи, Баладеви, Субхадри, а вот Мурти Лакшми ну, дома и как бы... Сама пришла. Да? Куда идти? Куда теперь надо идти? Как? Просто ну, не предлагать ни воду, ни воду. So somehow I have some Murti of Lakshmi and so I should not offer to her anything after Gornitai and Jagannath Balabha Subhadra, just kind of ignore.
Usually we don't worship demigods. We worship the Supreme Lord. Обычно мы полубогам не поклоняемся, поклоняемся Верховному Господу. If you start to worship Lakshmi, then people will, you think all the gods are the same. You think Lakshmi is also God. Если начнете поклоняться Лакшми, то люди подумают, ну как и вы сами можете так, значит, думать, что это все одно и то же, и что Лакшми это тоже Бог, Богу относится. You think we have so many gods. И начнете думать, вообще столько богов есть. Lakshmi is the expansion from Radharani. Ну, the original form is Shrimati Radharani. Но изначальной формой Лакшми является Шримати Радхарани, чья экспансия она является. And Radharani expands herself as many, many goddesses of fortune. Ибо Шримати Радхарани распространяет себя во множество богинь процветания. But Radharani is there in Lord Chaitanya. Lord Chaitanya is the combined form of Radha and Krishna. Но вот Радхарани перед нами находится на алтаре в образе Господа Чайтаньи, поскольку Господь Чайтанья – это объединенная форма Радхи и Кришны. So why do you need to have a separate form? Зачем же тогда еще отдельная форма, форме Лакшми? Just worship Gaur Nitya. Просто поклоняйтесь Gaur Nitya. All the forms are included. Они включают в себя все формы. Well, we have Lakshmi, we have Lakshmi, we all have money, we have some money, that is also Lakshmi. И потом у нас же у всех хоть какие-то денежки, но есть, это есть Лакшми. We don't worship. Мы же не поклоняемся им. We worship Gaur Nitya. Мы Gaur Nitya поклоняемся. By worshiping Gaur Nitya, then we're worshiping all the demigods. А поклоняясь Gaur Nitya, мы поклоняемся так всем остальным полубогам. We don't have to separate. Не нужно кого-то выделять отдельно. You're going to worship Lakshmi, then next week you want to worship Ganesh, then next week you want to worship Vibhishwan, the sun god. Then after that you want to worship Vayu, the wind god. Начнете Лакшми поклоняться, а на следующей неделе захотите поклоняться Ганешу, через неделю добавите туда Вивасвана, а еще через неделю полубога Ваю, бога ветра. And before we know it, you have all 33 crore demigods. Вы же знаете, есть вообще 33 миллиона полубогов этих главных. And you'll be worshipping all of them. И начнете им всем поклоняться. Ну понятно. А вот и Джаганнатхи, ну Gaur Nitya, понятно, надо поклоняться, я понял. А вот Джаганнатхи, Баладеви, Сухадеви, нормально? And what about Jagannath, Balan, Subhadra? Is it okay with Gaur Nitya worshiping? What about Jagannath, Balan, Subhadra? Well, we're worshiping Gaur Nitya. It's easier than worshiping Jagannath, Baladev, Subhadra. Worship Jagannath, Baladev, Subhadra is on a higher standard. Поклонение Джаганнатхи, Баладеви, Субхадре подразумевает более высокий стандарт, чем поклонение Gaur Nitya. Поклоняться Gaur Nitya легче. Lord Chaitanya is a form. Prabhupada taught us worship Gaur Nitya. This is very much recommended form of worship for the Kali Yuga. Very easy for us, very simple. Прабхупада вот нас обучил поклонению Gaur Nitya. Это рекомендованное в Кали-Югу поклонение, оно очень легкое. You want to worship Jagannath Baladev Subhadra? It's more difficult. Yes. You have to organize Rath Yatra. You have to do many things for their service. Если хотите Джаганнатхи Баладев Субхадре поклоняться, то это более сложно. Нужно, в частности, проводить Ратхаятру и другие виды служения оказывать. Just be satisfied to worship Lord Chaitanya. Просто будьте довольны поклонением Господу Чайтанье. They're the most merciful. We need the Они mercy. We need the mercy. We go to the most merciful.
А нам как раз милость-то и нужна, и для этого нужно обращаться к самым милостивым. Lord Jagannath is more strict. А Господь Джаганнат более строгий. If you offend him, he will come and beat you. Если оскорбите его, он к вам придет и вас побьет. Пундарик Виджанити got beaten. Например, как он побил Пундарика Виджанити. You have to be very careful. Нужно быть очень осторожным, чтобы не побить. Still, Prabhupada established worship in our ISKCON temple of Jagannath. Yes. Yes, Prabhupada established in San Francisco worshipping of Lord Jagannath. Because Lord Jagannath appeared there. И тем не менее Прабхупада установил в некоторых храмах ISKCON поклонение Джаганнатхи, например, в Сан-Франциско, где сам явился преданным Господь Джаганнатха. Right? The Malati, the devotee, she went to the shop and she found this Jagannath doll. Malati, преданная, отправилась в магазин и там увидела Джаганнатху. And so when Prabhupada saw it, then Prabhupada said, this must be Lord Jagannath must want us to worship him. Принесла его Прабхупаде, и Прабхупада сказал, о, видимо, Господь Джаганнат хочет, чтобы мы ему поклонялись здесь. Because it, you know, it was so unusual that she found, she didn't even know it was Lord Jagannath. She found the doll in the shop and she brought the doll and showed Prabhupada, and then Prabhupada told her, this is Lord Jagannath. То есть необычная ситуация была, а Малати даже не знала, кто это. То есть она увидела в магазине вот как бы такую куклу, почему-то взяла ее, принесла, показала Прабхупаде, и Прабхупада сказал, Джаганнат хочет, чтобы мы поклонялись, значит. So Prabhupada said, we should begin the worship of Jagannath. Прабхупада сказал, мы должны начать поклоняться Джаганнату. Krishna is coming, telling us that in this form is coming as Jagannath to reveal himself to the devotee. So he wants us to worship. He wanted to be worshipped there. Получается, что Джаганнат сам захотел, как бы сказал через это преданное, что он хочет поклонения ему от них здесь. So this is it was Krishna's arrangement that he came there as Lord Jagannath. То есть это устроил Кришна сам, что Джаганнат пришел. In the same way Gornitai came here in Khabarovsk. И вот также Горнитай пришли в Хабаровск. Скажите, пожалуйста, а вот если для распространения книг, просады, можно ли читать манту Лакшми? Чтобы улучшить? Да, чтобы распространение было лучше. Is it possible to chant Лакшми mantra for increasing our books and prasadam distribution? Chant the Maha Mantra? No, Lakshmi Mantra. Lakshmi Mantra. No, no, that's not the process. Нет, такого нет процесса. We chant Hare Krishna Mantra. Мы повторяем Hare Krishna Maha Mantra. In the Srimad Bhagavatam said, if you have all material desires, or no material desires, or desire liberation, you should worship Krishna. Бхагаватам говорится, что полны ли вы материальных желаний, или не имеете их, или желаете освобождения, все равно поклоняйтесь Кришне. Second canto Srimad Bhagavatam. Акама сарвакамо ва мокша кама ударади. Тибрена бхакти йогена яджета пурушам парам. That we should worship Krishna, Vishnu. Вот во второй песне Бхагаватам об этом говорится, что мы должны в любой ситуации поклоняться Кришне, Вишну. Not Lakshmi. Не Лакшми.
If you start worshipping Lakshmi, then you become like a Hindu, a hodgepodge Hindu. Если начнете поклоняться Лакшми, будьте как вот, превратитесь в такого индуса, как бы, который все там намешано в голове. So worship so many gods. Который поклоняется множеству богов. Which one is the supreme? И не знает при этом, кто же из них главный. Oh, they're all the supreme. А они все главные у него. We think all the gods are the same. Начнете думать вообще, все, вообще все там едино, одинаково. So you want to worship Lakshmi, then Lakshmi is the expansion of Radharani. Итак, если вы поклоняетесь, хотите поклоняться Лакшми, вы же должны понимать, что она экспансия Радхарани. And Lord Chaitanya is the combined form of Radha and Krishna. А Господь Чайтанья это и есть объединенная форма Радхарани и Кришны. So you worship Lord Chaitanya, he can fulfill all of your desires. И поклоняясь, то есть на Господу Чайтанье, вы выполните все свои желания. It is said, Nam Chintamani Krishna, Chaitanya Rasa Vigraha, right? There's a verse in the Chaitanya Charitamrita stated that the holy name of Krishna is like Chintamani. It can fulfill all of your desires. Вот этот стих приводится в Читании Чайтамриты, что поклоняясь Господу Чайтанье, через воспевание Святого Имени, вы можете осуществить все свои желания. So just chant Hare Krishna. Просто повторяйте Hare Krishna. И все ваши желания удовлетворятся. Проблема, может быть, Махарадж, что мы не видим, что это происходит. Мы можем иметь some faith in this, but during the practice we don't see this with our desire, for example, for Lakshmi is not fulfilling. Kind of starting looking for some other methods. А я спросил, что проблема может быть в том, что человек как бы верит в это, но не видит, что на практике это осуществляется, что его желания осуществляются, когда он повторяет Hare Krishna, там в частности денежки что-то не приходят. И он начинает искать какие-то еще методы. Well, we should understand that Krishna must have some reason why he is withholding. Но тогда нужно понять, что есть какая-то причина у Кришны, почему он нам не дает денежек. It may be that we're not yet ready to receive. Может быть, мы не очень-то и готовы, чтобы они к нам начали приходить. It may be that we've not done enough. Our bhakti is not yet good enough. И наша бхакти может быть не очень таким сильным, чтобы мы